Так, друзья, кто хочет помочь? Сначала кто хочет, потом принудительно. Вы будете помогать. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Да сидите, Татьяна, не вставай. Татьяна, все очень просто. Помогает Татьяна. А, забыл. Нужно все собрать быстренько, фокус с картами и приступим. Ладно, не надо. Для вас, Татьяна, у меня есть запасная колода карт. Итак, Татьяна. Самая обыкновенная колода карт, это не нужно. Татьяна, я покажу все равные карты. Как карты мы должны доверять друг другу. Мы же иншу крыну будуем. Татьяна проверила колоду, все честно. Честно, равные, честно, Татьяна. Я буду перелистывать вот так, вы просто скажите стоп в любом месте. Я перелистываю вот так, Татьяна говорит стоп на любой карте. Готовы, Татьяна? На любой не получится. Итак, это очень простой фокус, я вам потом расскажу. Итак, поехали. Вот здесь. Покажите всем, только так, чтобы я не видел. Я уже отвернулся, отошел, не смотрю. Татьяна, не проболтайтесь, не говорите мне какая, я не должен знать эту карту. Татьяна, вы запомнили сами, это важно. Вы уронили? Что страшного, пусть валяется. Главное, чтобы запомнили. Да, нашли, положите обратно в середину, перетасуйте. Татьяна, перетасуйте всю колоду, я расскажу, что же будет дальше. Порядок, Татьяна? Перетасовали? Татьяна, можно сильно не стараться, карты больше не нужны. Это просто формальность. Подержите пока, просто подержите. Теперь, Татьяна, думает об этой карте. Представьте эту карту, нарисуйте воображение. Я буду читать ваши мысли. Не все, не волнуйтесь, только те, что касаются карты. Татьяна думает о карте, я читаю ее мысли и рисую карту в блокноте. О чем попало, думать не надо, потому что я буду это рисовать. Окей? Итак, поехали. Это очень легко. Татьяна думает, издаем мысли. Так, и вот так. Я думаю, что уже похоже. Похоже? Я не только думаю, я прячу. Осталось еще пару штрихов. Татьяна, я думаю, что ваша карта, конечно же, я почти уверен. И это... Туз пик. Мы проиграли. Это туз пик. Это туз пик. Это все, что я хотел сказать. Я сказал, это туз пик. Самое сложное. Я поясню, это колода карт. Первая туз пик в середине должна быть ваша. Вот так будет понятнее. Это колода карт. Первая туз пик в середине ваша. И магия. Самое сложное. Поехали. Татьяна. Что ж там дует постоянно? Этот рисунок вам на палец. Никто не уходит от фокусника без сувенира. Это вам. И ваши аплодисменты, Татьяна.